Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня. Сегодня хочу сделать карамельку из бумаги, так что ко мне приходи и делай аппликацию. Аппликацию очень просто, из бумаги делать. Для работ нам понадобится голубая, желтая, красная, ну, желтая или оранжевая, она такая оранжеватая у нас карамелька, да, из трех котов, конечно же, и зеленая для травки. Будем скорее вырезать и делать. Давай сначала посмотрим на карамельку, как она выглядит. Вот так. Что у нее есть? Давай посмотрим, что есть. У нее есть голова, платье красное, ушки и ножки. Я думаю, основное мы сделаем из бумаги, а все остальное склеим. Так что начинаем. Берем голубой лист бумаги. Если у тебя есть синий, тоже хорошо. Белый тоже бери белый. Хорошо. Будет здорово. Берем зеленый лист, вот так кладем. Примерно это будет травка, на которой наша карамелька стоять будет. И кусок отрезаем. Я думаю, мама здесь может вполне помогать. Вот так отрезаем кусочек. И лучше, чтобы он был такой полукругом. Я показываю, как я вырезаю. Всегда вырезай с родителями. Я тебя прошу. Или бери специальные ножницы. Вот так положим. И это наша травка. Так хорошо получилось. Травка отлично. Здесь будет стоять карамелька. Карамелька, она желто-оранжевая. Я взял желто-оранжевую, такую бумажку нашел. Лучше всего взять карандаш, конечно же, и нарисовать ее здесь, вот так вот, к примеру. Нарисовать круг, круг. И, к примеру, два уха. Вот так вот. Одно ухо. И второе ухо. И они такие длинные. Это основное, что надо. Еще надо не забыть, что у нашей карамельки есть еще хвостик. И мы ее тоже нарисуем. Вот это все нарисовали. Мама, папа может здесь помочь. Может быть, старший брат. Теперь вырезаем. Поэтапно, не спеша. Ну, в принципе, лучше, конечно, поровнее вырезать. Если крив получится, ничего страшного. Продолжай вырезать, не останавливайся. Круг самое сложное вырезать. Как я вырезаю круг? Я его кручу. Как бы ножницы у меня на месте стоят. А я пальцем левой рукой подкручиваю бумагу и зарезаю, как мне примерно надо. И чуть всегда больше вырезаю, чем надо. И так вот можно потом подправить. После этого перевернул. И листочки вот такие у нас чистые. Это голова карамельки. А вот то, что треугольники, это легкотня вырезать. Просто раз, два и три. Вот одно ухо есть. Второе ухо. В принципе, мама может и помогать. Если ты еще мал для этого, и ты считаешь, что лучше мама помогать. Но я всегда даю своим ребятам, ну, Павлику с Ромой, всегда самим повырезать. Потому что это важно. Очень мелкая моторика развивается. Так что в ближайшее время будет у нас много всяких вырезалок. Я это точно говорю. И аппликаций будет побольше. У меня есть рубашки аппликации, можешь найти их. Тоже это простой способ. И хвоста вырезаю. Так вот. Он немножко кривоват, но ничего страшного. Вот сюда она будет смотреть. Она будет налево смотреть. Не направо, а налево. Дальше. Что еще нам нужно? А, нужно еще платьице. Лучше приложить сейчас вот листочек. После этого взять и нарисовать платьице. Вот такое небольшое платьице. И есть бантик. Бантик тоже нарисуем. Бантик я рисую так. Раз, раз, раз. Так, раз, 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 раз. Все. Бантик готов. Ху-ху. Тоже вырезаем быстренько. Опять-таки, это почти как платье, почти как треугольничек. Раз, до два, до три. И одинаково получается. Самое трудное вырезать, я согласен. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу и вырезай со мной всегда. А потом будем склеивать вместе. Я всегда подожду тебя, потому что мы смотрим на Ютубе разном, там на ВК и в Телеграм есть я. И там ты всегда можешь ставить на паузу, и это важно. Опа! Я думаю, все. Я думаю, стоит клеить и рисовать. Еще раз говорю, ставь на паузу и догоняй меня. Если догнал, то рисуй со мной дальше. Для работ нам понадобятся еще мелки. У меня мелки гелевые, здоровские, так что советую. Берем клей. Я всегда тоже детям советую. Ну, клей-карандаш самое лучшее в начале, мне кажется, для малышей, для пап тоже, для мам тоже, потому что чистые ручки и все такое, да. Так, намазал. Приклеил. Он всегда хорошо клеится. Чистые ручки от него остаются. Так вот, приклеили травку. Здорово. Теперь карамельку надо расположить правильно. Расположить правильно, чтобы она отлично у нас сместилась. А после этого отодвинул фигурку, подмазал, наклеил, надавил, подождал. Отлично. Теперь хвостик. Хвостик надо сюда засунуть. Так вот, раз, чтобы хвостик здесь был. Тоже отодвинул, намазал, надавил, приклеил. Подкрутил клея. Теперь что нам нужно? Голова. Голова. Приклеить голову.
тоже отодвинул, намазал, так-так-так, приклеил, придавил. Хорошо получается. Так, дальше. Еще два уха. Ухо отодвинул, намазал, приклеил. Ухо отодвинул, намазал, приклеил. Ох, я думаю, ты профессионал в карамельках. И, конечно же, я часто рисовал, но решил сегодня сделать именно такой вот крафт. Мне очень нравится это дело. Прям здорово получилось. Карамелька почти готова. Все приклеено, все. Клея больше нам не понадобится. Аппликация у меня всегда простая. Да и все мои рисуночки простые. Так что все будет здорово. Смотри, что есть. У нас все основное уже готово. Теперь мы возьмем фиолетовый цвет. Я возьму фиолетовый цвет. Ты можешь взять черный цвет. Можешь белый взять для ободочки. Мы что сделаем? Мы обведем и нарисуем лапки. К примеру, лапки я нарисую. Фиолетовым введу, чтобы было хорошо видно. Так. Ручку сделаю сюда и сюда. Лапки я называю лапки. Ну, ручки, да. Есть лапки, ручки. Хвостик обведу тоже. И сделаю полосочки. Отлично, это я сделал. Теперь голову. Голову тоже вот так. Раз, раз, раз. Сначала этот бантик обводим. Бантик. Девочки любят бантики носить. После этого голову обводим. Ушки обводим. Получается здорово. Ушки обводим. Немножко волосиков. Полосочек. У нее полосочки есть. И усики. Усики обязательно. Усики не забудь нарисовать. И еще не хватает глазок. Я закрою пока фиолетовый цвет и возьму белый цвет. Если у тебя нету белого цвета, то возьми гуашь. Или из белой бумажки сделай глазки. Вот так они получатся. Белые глазки тоже это важно. Белые. Самое главное, чтобы они были белые. Ну, у меня они есть, и я легко это нарисую. Так что вот возможно. А дальше я возьму черненький цвет и нарисую носик, улыбочку, глазки, реснички. Мне очень нравятся реснички нашей карамельки. И все почти готово. Немножко травки я подрисую. Я это рисую так черненьким. Но мне хочется нарисовать и солнышко, и хочется нарисовать цветочек. Так что я возьму желтый цвет и нарисую солнышко. У меня такие мелки, прям они хорошо рисуют. И возможно и солнышки вот так вот рисовать прям по синей бумаге. Мне они нравятся, мелкие и прикольно получается. Также я хочу немножко птичек нарисовать. Птичики, чтобы они рядышком с нашей карамелькой были. Ки-ки-ки-ки, летят птички. И теперь цветочек. Надеюсь, что цветочек тоже получится. Цветочек вот здесь будет зелененький, а сам он будет красный. Так что беру красный. Еще раз. Немножечко совсем осталось. Красный цветочек. А так. А, красота. Первая моя карамелька в аппликации готова. Рисуй, вырезай. Сначала что? Подготовиться. Вырезать, наклеить и нарисовать. Вот. Такие простые штуки ты можешь делать со мной. Приходи в телеграм-канал «Рыбакит Пап» рисует, легко найти. Там всякие новости. И там можешь общаться со мной, пересылать свои работы. Что важно, родителям тоже советую вот такими штуками увлекать ребят, когда можно делиться и что-то сделать. Поделиться, сразу показать учителю. Я ставлю лайки, и мы хотим больше рисовать. Всего хорошего и до новых встреч.